мои лучшие записи за всю жизнь. Это записи оперных арий и неаполитанские песни. Они были сделаны сразу же после возвращения из Италии. И тогда я был в очень хорошей форме, полон итальянских впечатлений. Темперамента. Да. И вот тогда я сразу с маэстро Ниази в один присед сделал на мелодии всю эту работу, на мелодии и на радио. И вот этими записями я горжусь по-настоящему. Конечно, есть очень много хорошего и в эстраде. Но половину бы я сейчас, слушая, я бы их бы переписал бы, конечно. Но сами понимаете, как говорила Мария Каллас, когда мы умнеем, когда мы уже знаем, как надо петь, голос, увы, возраст слушает. И голос нас подводит. Вы знаете, юбилей – это еще действительно и повод оглянуться. И прекрасно, что к этому вашему юбилею вышло так много компакт-дисков. И вот эта коллекция – 14 компакт-дисков. И это еще не все. Было прослушано где-то 400 произведений. Если считать еще фонд в Азербайджане и свой. Поэтому вот то, что сюда вошло 14 CD, это, в общем, самое лучшее. Я бы мог сделать 15, но я сделал 14 так, чтобы запаковать их, если заметили, в 7 боксов. Да-да-да. Чтобы было число 7. 15 уже ни туда, ни сюда. А я человек суеверный. Да. Но 14 – это еще же и магическое число. Это сонет, как бы. Получился у вас музыкальный сонет такой. Скажите, Муслим, вот честно, когда вы это прослушивали, все, немного, наверное, и с каким-то чувством щемящей ностальгии, не было все-таки сожаления, что эстрада вас похитила, несмотря на этот оглушительный успех? Не хотелось бы теперь остаться тогда оперным певцом? Вы знаете, я, в общем-то, человек богобоязненный, поэтому я не хочу гневить Бога. Ну, вам грех гневить, конечно. Потому что это, во-первых, грех большой, и не только мне, а всем. То, что дает Господь, это вполне достаточно. Ну, мало ли что я хотел. Как говорит, мы полагаем, Бог располагает. Конечно. Конечно, если бы я мог бы быть и тем, и другим, то это было бы, конечно, самый лучший вариант. Но сами понимаете, одновременно быть и оперным певцом, и эстрадным невозможно. Уйдя в оперу, я потерял бы огромное количество поклонников. Tu de quello che mettete, tu de quello che mettete. Cento rose cappucciano, tinta marta la miscate. Latte rose, rose latte, te faccete in goppo fatte. Non c'è bisogno finga da battirina con c'è. E come da batta mamma e ta ossaccia meglio te. E pasta poca bella, e pasta poca bella, io non servetta a stessa dose, non servetta a stessa dose. Vuoi sapere che ci mettete, vuoi sapere che ci mettete. Mo te dico tutte cose, mo te dico tutte cose. Il panaro chino chino, te frava la ciardina. Nelle zucchero camella, e pasta sta poca bella. C'è bisogno singa da battere una congè, e come da botta mamma e da ossa c'è meglio te. E non c'è bisogno singa da battere una congè, e come da botta mamma e da ossa c'è meglio te.